Вот. Ну вы все слушали, да? Что народ нихуя, как обычно, и все пьяные. Сейчас что так? Все трезвые, Вот, это будет какое-то ебаное нарушение традиции, которое никому не нравится. Итак, в общем, мы что-то сейчас решили начать. Все это, в общем, кто такой? Играть, короче. Давай, белый айс, погоди. Сейчас еще выпьем немножко водочки, потом уже начнем. И, блядь, это мои мысли, мои скрыны, блядь, все вот это вот так. Скадаром моих мыслей. Так вот, тут не надо, собственно, умер Джефф Ханиман, короче, от того, что его укусил сначала паук, потом он что-то долго лечился, короче, потом бухал, короче. И дико умер от того, что бухал, короче. Пищем, короче, отказал, сказал, пошел ты нахуй, в общем, короче, и не решил. Не, мне самому не нравится нихуя Слэйр вообще, но мне показалось всегда, что Ханиман клевый вообще, почему-то. Да ладно, Арая тоже Слэйр, говно, давайте разманываем. Как короче, что? Разманывай! Вот. Разманывай, блядь! Не, ну погоди, сейчас это все потом будет. Так что такая хуйня. И в общем, поскольку, в общем, это нехуй столько пить, короче, как Ханиман, мы решили, собственно, то есть мы давно решили начать все с песни «Подавай ему алкоголь», короче. Но мы сейчас решили что-то посвятить ему, короче, в общем. Писи называется алкоголь. Писи сами так смогли прочитать. Не беспокойся, я не такой. Песня про Емлю. Да, песня про Емлю. Oh,
что сделал практически, это пошел в Бургер Кинг, короче, потому что не захотел бургеров. Блин, блядь, жара, я устал. Я сегодня, блядь, грустный. Сохрань давай! Пацаны, пах! Ну мы же типа самцы духуя, поэтому чем мы грустнее, тем мы там смеемся. Волосы под мышкой больше кудрявые, короче. Новая песня. А, кстати, да, сейчас это дико новая песня, короче. И кто-то снимите ее на видео, например, уже, и потом бог посмотрите, блядь. Да, и в общем, непонятно, насколько все плохо, короче. Ты не звезда. Заебись. Oh!